Всем привет! Сегодня я подготовил обзор на сразу три корабля класса Омаха, USS Детройт, Трентон и Релих. Все эти корабли являются легкими крейсерами и расположены на третьем ранге флота США на боевом рейтинге 5.0. Вооружение кораблей представлено 10 152-мм орудиями с очень оригинальным расположением, которое позволяет идти носом на врага и вести огонь из 6 орудий одновременно. Из снарядов у нас на выбор только фугасный боеприпас и полуброневойный. Последний мне показался лучше по урону даже по легко бронированным целям. Также у нас есть 7-8 орудий 76 мм и зенитки из 20-мм пушек Эрликон. Отмечу сразу, мы можем наносить урон по целям без брони или со слабой защищенностью, но вот если противник будет хорошо бронирован, мы его сможем максимум поцарапать. Также у нас есть торпеды, которые с режимом хода идут 9 км и несут в себе чуть больше 200 кг тротила. Думаю, очевидно, что строить свой геймплей от них не стоит. Бронирование у нас отсутствует, а огромный силуэт позволяет попадать по нам абсолютно любому противнику со всех дистанций. Умираем мы очень быстро, особенно при пожарах, которые происходят, но очень часто. Зато у нас есть весомый аргумент, а это скорость хода. Целых 74 км в час в аркадном режиме, это на уровне эсминцев, а то и лучше. За все бои, что я играл на этих кораблях, я ни разу не сыграл в топе. Меня кидало как минимум на 5.3, где корабль играется хорошо. Но чаще всего я попадал к кораблям боевого рейтинга 6.0, нашим любимым линкорам, которые почти уже год насилуют все, что ниже по их ПР. А улитки все никак не хотят что-то менять, кроме космических цен на ремонт тех самых линкоров. В итоге нам остается только пытаться как-то в крысу проплыть куда-то к точкам и ловить эсминцы или катера, в надежде сделать хоть какую-то активность. Особенно у меня подгорело, когда я попал на карту Африканский залив. Я вообще не понимаю, кому пришло в голову спавнить корабли боевого рейтинга 5.7 6.0 друг напротив друга бортом на расстоянии 9 км без единого укрытия. Это просто идиотизм, тот, кто идет ближе к врагу, обязательно будет изнасилован. Ну а также, поскольку я снимал обзор во время летнего марафона, то японцы с их торпедами всегда тут как тут. В целом, что я могу сказать об корабле? Год назад, когда я открывал флот США и докачался к этим кораблям, они были такими же по урону и защищенности, однако тогда были совершенно другие корабли в рандоме и их боевые рейтинги, что позволяло применять эти корабли куда эффективнее. Сейчас же, с нашим боевым рейтингом 5.0, мы являемся кормом для тяжелых крейсеров и линкоров, так что весь потенциал неплохого раннего легкого крейсера теряется, и пока улитки наконец что-то не изменят в рандоме, все таки останется. Стоит ли покупать Battle Pass ради Детройта? Я думаю, что нет. Хотя это и прем-корабль третьего ранга, но особо эффективно вы на нем качать ветку не сможете, а возможно и вообще разочаруетесь во флоте в тундре и забросите его. Лично я многое пережил, играя во флот самого ЗБТ, застал неоднократные нерфы урона у различных калибров, но вот та вакханалия, которая происходит после ввода линкоров, меня отталкивает играть в любимый мной флот, пока там что-то не изменит. А на этом обзор подходит к концу. Желаю всем удачи на морях сражений и пока-пока.